Сегодня, в век развития новых технологий, радио не только не утратило свою актуальность, но и наоборот. Технический прогресс породил новые форматы. Мы можем слушать его не только дома или в машине, но и в телефоне, либо через интернет. Появились такие понятия, как подкасты и радиочаты. При этом количество радиостанций исчисляется десятками, и каждая из них находит свою аудиторию. Мы спросили у тверичан, какую волну они слушают чаще и почему. Бытует мнение, что радио слушают только автомобилисты. Машина действительно остается самой распространенной формой. Многие отдают предпочтение прослушиванию музыки в пути. Однако, по итогам исследований, пик прослушивания радио приходится на рабочие часы в будние дни. Радио слушаете? Ну, слышим иногда-то так. Иногда. Иногда. А что иногда слушаете? Новости. Больше нравится слушать музыку или какие-то программы разговорные? Ну, больше нравится слушать музыку, потому что не нужно особо вдумываться, и просто сидишь и слушаешь. А чем вообще радио нравится? А, такой прекрасный собеседник. И все. Без претензий, прекрасный собеседник. Все расскажет, все скажет, все растолкует. Очень хорошо, очень приятно. Сопровождает вот меня. Можно заниматься одновременно не одним делом. Поэтому радио очень уважаю, слушаю. Как показал наш опрос, среди любителей слушать радио, для многих это источник новостей, другие предпочитают музыку и развлекательные передачи. К слову, некоторые всегда выбирают определенную радиостанцию. Какое радио слушаете? Слушаю Хит FM в основном. А почему именно его выбрали? Ну, в основном новинки и разнообразные жанры, поэтому его и слушаю. Хит FM, например. Ну, неплохая музыкалка. Да. Монте-Карло. Старая музыка, в общем. Да, в принципе, одна разница. А чем нравится она? Мои любимые жанры. Там, ну, блюз, джаз, рок. Несмотря на то, что с момента создания радио прошло более века с четвертью, его роль в жизни современного человека, вне зависимости от возраста, пола или профессии, огромна. Благодаря разнообразию форматов и точек доступа, радио равномерно охватывает широкую аудиторию слушателей. Сегодня партнерами нашего медиахолдинга Тверской проспект самые популярные радиостанции. Русское радио, Хит FM, Радио Максимум, Шансон, Радио Рекорд и Монте-Карло. Хит FM – это любимые треки от лидеров мировых чартов. 24/7 в эфире топовые рубрики, хитовые новости, грандиозные акции и самые креативные ведущие. Радио Максимум знают все, кто интересуется современными направлениями мировой музыки и любит не только слушать ее в динамиках, но и отрываться на живых выступлениях. Именно поэтому радиостанция является организатором крупных фестивалей. У них широкая аудитория, которая постоянно увеличивается. В свою очередь, наш медиахолдинг предлагает представителям бизнеса стать партнерами.